это еловые шишечки. Проверка связи. Здесь 5 масел, 2 травки, воски, лаванда и полынь. Масло ели самой. Есть шишечки с иланг-илангом и розмарином. Есть шишечки с цитрусовыми, есть с лимоном, есть с апельсином и хвоей. С бергамотом и с цветочными ароматами. Что ель, что сосна – это прояснение сознания и восстановление внутреннего покоя, тишины. В ельник всегда уходили, там же ничего даже не растет под елями. Уходили в какую-то, как кочельник, в мертвую зону для нахождения ответа внутри себя. В принципе, каждая шишечка – это плод, это зарождение жизни, тут много семян. Все эти семена из шишек пойдут тоже в свечи. И я их делаю, я их собрала и делаю для того, чтобы периодически зажигать для тех, кто вот собрался посидеть, подумать о себе, о жизни. Может быть, просто расслабиться, перенастроиться. Для тех, кто проходит аркан смерти, перерождение, трансформацию. Для тех, кто ищет смысл жизни или выход из сложившейся ситуации. Для тех, кому, вот как мне, нужна сейчас перезарядка. Понимание, просто восстановление себя. Для тех, кому надо понять, что такое смысл жизни, кто мы, куда мы идем, с чем мы согласны мириться, с чем не согласны, какую жизнь согласны проживать, какую не согласны. Любая медитация приводит нас к пониманию, что такое любовь. Какое место она занимает в нашей жизни и что такое жизнь без любви. Без распахнутых крыльев. Что такое любовь к миру, к животным, к растениям, к жизни. И что такое любовь к человеческому существу и к своему партнеру, к любимому человеку. Что такое развитие в партнерстве, что такое развитие самостоятельно. Для чего мы встречаемся? Что мы можем строить в этих встречах? Что такое начало и конец? Какие партнерства несут развитие, какие приводят к деградации? Как выходить из тупика? И прям дымок пошел. Куда зовет сердце? Как ты хочешь прожить свою жизнь? Человек, когда остается наедине с самим собой, когда он входит в этот аркан отшельника и переосмысление своей жизни, он рано или поздно приходит к выводу, что счастье не в материальных благах, не в выгодах и не в зонах комфорта. Что можно иметь все и при этом быть безумно несчастным, это бич всех богатых людей. Что можно быть богатым, живым трупом. А можно быть с небольшими финансами или даже в поиске еды, но окрыленным, как суфи. Нищий, богач, голодный, но богатый внутри, окрыленный, счастливый. Возможностью в потенциале свернуть любые горы. Арома масла сейчас так пахнет. В отшельнике мы именно к этому приходим. В чем смысл жизни? Для чего я жил?
То же самое мы осознаем в последние минуты выхода с планеты, последние свои минуты в теле. Кто мы, для чего мы? А не профукали ли мы свою жизнь, бегая за материальными отвлечениями или хотя бы комфортом и стабильностью? Не променяли ли мы что-то очень ценное на что-то очень тривиальное, банальное и на одобрение социума? Чтобы рыбки в аквариуме были довольны, чтобы птички на деревьях во дворе не осуждали тебя, люди, прохожие, котики, зайчики, мамы, папы, сестры, братья, все были тобой довольны, все тебя одобрили. Потому что они тоже живут непонятную жизнь, потому что у них тоже такие же вопросы, как у тебя, и они тоже спрятали свои скорлупки, живут с нелюбимыми людьми, мечтают ночью о других, как часто я это вижу в клиентах. И вот такие советчики хромые советуют, как бегать и становиться олимпийскими чемпионами. А подсознательно там просто такой крик: я несчастлив, я не дам тебе быть счастливым. Живи как все, мучайся как все, жизнь — это мучение. Ты чего это решил быть счастливым? Ты чего это веришь в мечту? Почему ты осмелился сделать то, чего не могу я сделать? Будь как все — это всегда будь хуже, чем я, или мучайся как я. В общем, еловые шишечки — это про это, про начинание видеть всех и все эти нюансы людей по-настоящему. Лучший советчик внутри — это сердце. Это вот это ощущение радости или нерадости. Делаешь выбор и чувствуешь, ты счастлив или нет, и все. По крайней мере, я их собирала, подготавливала с вот этой целью, чтобы они служили на каких-то групповых медитациях, там, как ночь гонгов, там 200 шишек разложить по кругу, по спирали, и запускали вот эту вот энергию внутренней истины, осознания, слышания себя, своего сердца, своей мечты, своей миссии, себя истинного, чтобы человек не становился просто батарейкой или в угоду кому-то не жил жизнь раба. Это ответы на вопросы, кто я на самом деле, чего я хочу, ради чего я живу, я у себя один. Все, ради кого я стараюсь, они живут своей жизнью, а мою жизнь должен прожить я. И еще понести ответственность, счастлив я был в ней или нет, профукал я ее или нет, понял я себя или нет, реализовал ли свой потенциал или нет. Реализовал ли свои возможности, с которыми сюда, все инструменты, которые подтянул, или так и остался обыденным, простым человеком и потратил все силы на то, чтобы не допустить выхода этому потенциалу, не разрешить себе раскрыться на всю Вселенную.